самого детства я мечтал, чтоб никогда не взрослеть. Не нужно ходить в школу, делать уроки, учиться. Можно бегать, прыгать, играть целый день. Не хочу быть взрослым! Питер! Все, молчу! Питер, что это? Оно меня пугает. Иди посмотри. Иди глянь, ну. Ну только осторожно. Жива. Я жива. Спасибо. А кто вы вообще такая? Я хранительница и волшебница Неверленд. Подлый разбойник Крюк напал на меня. Крюк украл мой посох. Питер, да ты только послушай, что она говорит. Страна детей, магия, какой-то посох. Возможно, это мой единственный шанс. Я побуду в Неверленд. Он задумал что-то ужасное. Нужно его остановить. Я пошел. Питер, нужно ему помочь. Ты прав. О, великий капитан Крюк. Страна детей никому не нравится. Да, и малыши тоже. Ты! Та девчонка! Тебя старик привел. Я с ним не согласна. Я хочу помочь вам уничтожить Неверленд. Вот. Ах ты, маленький крысёныш! Ага. Так.
Джамп!